Привет, меня зовут Денис Рогов, я предприниматель, мне 27 лет. Бизнесом я занимаюсь примерно лет 16-17, и как у многих амурских предпринимателей, я начинал с Китая, в общем. Первый мой бизнес был связан с электроникой с Китая, я ее возил, продавал через интернет. Вот. Мне всегда вообще интересовали технологии, мне интересовали гаджеты различные. И, собственно говоря, я до сих пор свою бизнес-деятельность связываю с технологиями. То есть мне это интересно. Я живу сейчас на несколько городов, вот, поэтому мне бывает иногда сложно вписываться в графики. Но мне кажется, основное отличие, ну, предпринимательского ритма заключается в том, что, ну, приходится вставать достаточно рано и с утра планировать свой день. То есть с утра планировать свой день, вечером планировать свой день. Вообще жизнь предпринимателя, она постоянно состоит в планировании. То есть нужно расставлять приоритеты, думать, куда ты поедешь, как-то строить свой график. В общем, это прям очень отличительная и заметная черта, которая отличает предпринимателя от человека, который работает по найму. То есть у него есть вполне какой-то конкретный график, там, с 9 до 5, и люди знают, что они придут на работу, а после будут заниматься своими делами. У предпринимателя это все смешивается воедино, и личная жизнь, и работа, и хобби, и спорт, это все как-то перемешивается, и приходится достаточно много времени уделять каким-то вопросам планирования и выделять приоритеты. Вот. А что касается подъема, ну, я стараюсь вставать пораньше, стараюсь заниматься больше спортом. Утро – это то время, когда обычно тебя особо не дергают. То есть, если в середине дня там звонок за звонком, то утром можно позаниматься своими личными какими-то делами, где-то даже почитать, где-то куда-то сходить, позаниматься спортом. Вот. А уже ближе к обеденному времени, ну, заниматься, так сказать, общественными и бизнес-вопросами. А спать ложишься ты во сколько? Поздно. Я в основном читаю, сижу в интернете, вот, учусь. В основном я это делаю по вечерам, поэтому раньше 12 я очень редко засыпаю. Я скажу про увлечения и хобби. Лучшая, мне кажется, возможность – это вот сделать из своего хобби свой бизнес. Вот, то есть у меня это в жизни очень ярко прослеживается. То есть у меня одна из моих там компаний, один из наших проектов, там Восток 3D, мы печатаем на 3D-принтерах. Это вот как раз то, что было моим хобби. И в какой-то мере однажды выросла в бизнес, да, то есть мы коммерциализировали это. Я также увлекался там виртуальной реальностью, мне нравились гаджеты, я просто понял, что в этой сфере нужно делать бизнес. И мне кажется, это чрезвычайно важно, то есть строить, ну, компанию, строить свою деятельность вокруг того, что тебе, ну, доставляет какое-то удовольствие. Вот, поэтому я не могу сказать, что у меня возникают с ним проблемы, с этим все достаточно легко и просто. Вот, насчет спорта, спорт, ну, важная составляющая моей жизни и большинства предпринимателей в целом, насколько я знаю, я с детства им занимаюсь, там и плавание, и шашки, шахматы, и легкой атлетикой много лет занимался. Года 3 назад я для себя открыл бег, марафоны. Вот, я сначала пробежал полумарафон, сейчас у меня на счету 3 марафона. Я готовлюсь к Ironman. Вот, это достаточно сложно, с одной стороны, но с другой стороны, я в беге нашел просто свое удовольствие. То есть, когда ты бежишь очень много часов, во-первых, это позволяет абстрагироваться, то есть это позволяет подумать о главном, это позволяет откинуть какие-то все лишние мысли и, ну, сфокусироваться на какой-то своей цели. Однозначно спорт, он способствует развитию, ну, целеустремленности, да, то есть какой-то выносливости, и мне это нравится, собственно, в беге. То есть это достаточно круто, это можно сравнить с определенной формой медитации. То есть мне не очень интересно сидеть статично и дышать ровно, а вот бегать – это больше по мне. Вообще мы строим сейчас бизнес в игровой индустрии. То есть наш основной проект – портал VR. Да, то есть это игры, это развлечения. То есть тут очень тонкая грань между игрой и бизнесом. То есть мне приходится тестировать какие-то игры, и, ну, в силу рабочих обязанностей я должен в этом разбираться. Но в то же время назвать это работой или назвать это игрой, то есть очень сложно сказать. Мне приходится там тестировать всякие устройства, я записываю обзоры, я все это разбираю, и тоже мне это нравится. Я не могу назвать это работой. То есть, ну, вообще, как таковое, мне кажется, слово «работа», оно достаточно, как тебе сказать, избито, что ли, да, то есть и предприниматель, ну, сложно сказать, что он работает, то есть предпринимательство – это больше про творчество, предпринимательство – это больше про какую-то целенаправленную деятельность,
Вот, поэтому вот работы мало, деятельности много. Расскажи о своей семье, расскажи о дочке, да, которую, да. С которой мы уже познакомились. Ну, дочке моей сейчас там 4 года, вот, она достаточно смышленая, учит у нас китайский язык, учит английский. Вот мы решили ее развивать в сфере языков, творчества. То есть, ну, ей это нравится, то есть она очень коммуникабельная у нас. Постарались ее отдать в группу деток постарше, чтобы она в садике общалась с детьми постарше, потому что, ну, это, мне кажется, достаточно важно. Вот. Ну и в целом наш основной, мне кажется, секрет в семье, мы стараемся ее не ограничивать. То есть мы стараемся, чтобы она получала собственный опыт, и училась на каких-то собственных там либо ошибках, либо собственных открытиях. То есть, ну, и какой-то вот, она не была ограничена. То есть стараемся не строить ей лишних барьеров, вот, чтобы она познавала мир. Но мне кажется, вот действительно, сейчас вот мир настолько сильно меняется. То есть наше поколение, да, оно воспитано еще вот, ну, парадигмой вот этого 20 века, да, что один человек, одна профессия, там, вот всю жизнь учишься, чтобы потом... Вообще будущее 21 века, оно настолько междисциплинарно. То есть, мне кажется, вообще понятие как таковой единой профессии, оно практически сотрется. И вот инженер и художник, я уверен, что любой инженер должен быть художником, а любой художник должен быть немного инженером. То есть, так вот сказать, что я хочу, чтобы она стала, но она хочет на Луну слетать. Ну, она мне говорила, да, то есть я хочу, вот. Если она свяжет свою жизнь с космосом, я буду очень счастлив. Разрешается ребенку играть? Вообще детям нужна ли эта виртуальная реальность? Ну, смотрите, вот насчет игр в целом. Вопрос такой интересный. Как таковые игры, они в природе нашей зашиты на самом глубинном уровне. То есть и игры это так же естественно, как и есть пить и спать. Через игры обычно дети учатся. Вообще люди учатся через игры. И если взглянуть, допустим, ретроспективно там, на 20-30 лет назад, да, когда появились первые компьютеры, там, приставки, я помню, было тоже очень много таких конфликтов с родителями о том, что хватит играть, хватит играть, хватит играть. А в итоге вот те дети, да, которые ну, познакомились с компьютером, освоили мышку, освоили клавиатуру, начали как-то вот с этим взаимодействовать, в итоге они ну, играть перестали. Ну, не начали осваивать Excel, они осваивали PowerPoint, кто-то начал программировать, понимаете, да? И сейчас эти люди в среднем, да, в нашей экономике гораздо более востребованы, чем те, кто прошел мимо этого. В этом плане виртуальная реальность – это следующий этап, это следующая платформа, через 10-20 лет в ней будет создаваться как бы мир, то есть в ней будет все это проектироваться, печататься на 3D принтерах, то есть это все будет работать, и я понимаю, что тут очень важна как бы мера определенная, да, то, что как-то запрещать или что-то еще, я считаю, это неэффективно. Однозначно. Но с ребенком нужно разговаривать, давать ему с ним знакомиться. И мне кажется, скорее давать ему какую-то свободу выбора определенную. То есть он может, конечно, играть, но в любом случае он как до какой-то меры переиграет, да, то есть ему это тоже надоест. Вот, и он пойдет куда-то дальше. То есть, возможно, просто какой-то вот этот вектор нужно направлять в правильное русло. Мне как-то задали подобный вопрос года в 3 или в 4 и спросили, Денис, кем ты хочешь стать? И я сказал, миллионером. Мне сказали, миллионер – это не профессия. Я такой сказал, хорошо, а какая профессия у миллионера? Ну, обычно бизнесмен. Тогда было модно слово бизнесмен, не предприниматель, а бизнесмен. Я сказал, ну тогда я буду бизнесменом. Хорошо, а потом через несколько дней я узнал, что миллиард больше, чем миллион. Ну, сказал, хорошо, значит, буду миллиардером. Ну, как-то так. Ну, хорошо, первый ответ был тогда миллионером. Сбылось практически, да? Ну, еще, знаешь, в каких единицах исчисления вести подсчет? Вот смотри, когда, во сколько лет ты заработал свой первый миллион? Блин, сложно сказать, что вот у меня не было такого никогда, что вот у меня лежит миллион на счету, и я такой, вот оно. Вот, да, то есть у нас были большие обороты, была ну, прибыль, которая эквивалентна большим суммам, но это все в потоке, то есть предприниматель живет в потоке. И тут скорее важно, ну я тоже себя поймал на мысли, скорее важно именно обеспечивать какой-то большой поток.
То есть вот, ну, определенный уровень богатства – это скорее именно какой-то денежный поток, который вот он есть и который ты можешь распределять, а не какие-то деньги, которые у тебя пассивно лежат где-то в банке на счету. Это, конечно, хорошо, но у меня сейчас нет такой задачи. То есть мне там 27 лет, ну, у меня есть возможность работать, зарабатывать, вкладывать. Я, ну, терял на инвестициях, какие-то проекты тестирую, пробую. То есть у меня нет задачи накапливать. То есть, ну, во второй половине жизни, да, то есть, когда это уже будет более логичным, конечно, такие задачи пойдут. Вот, а пока я больше в поиске и тестирую, то есть, какие-то такие моменты. Я живу скорее на две стороны. То есть я с Китаем достаточно плотно связан, учу китайский уже много лет, работаю с Китаем. Вот, постоянно туда езжу. А сейчас в меньшей степени, раньше больше. Но сейчас мы в основном, у нас получается филиал основной в Благовещенске. Недавно мы открылись в Москве. Вот. Сейчас клуб работает в Белогорске. Пока тестируем, смотрим. Ну, в Белогорске очень хорошо нас приняли, потому что город достаточно большой, людей много, но ходить некуда. Действительно, там дефицит развлечений, там дефицит качественного отдыха. В Белогорске как бы достаточно хорошо все получается. В Москве работать существенно сложнее, да, то есть город больше, конкуренция выше. Мы стараемся делать качественно, то есть у нас есть определенное свое видение, то есть своя бизнес-модель, которая отличается от конкурентов. И мне кажется, это большая удача, что у нас получилось открыть клуб в Москве, потому что сейчас, развиваясь там, мы все равно как бы развиваем, как вам сказать, будущее. То есть мы видим то, как рынок меняется, то, как это движется. Если, допустим, в Благовещенске мы могли позволить себе какой-то маркетинг и не считать затраты, да, то есть просто вкладывать деньги в таргетированную рекламу, в контекстную рекламу, снимать там ролики, и все там это уходит, там тысяч там 30-40 в месяц, да, и как бы окей. А в Москве там совершенно другие бюджеты. Там другие бюджеты, там другие затраты, там все в этом плане гораздо более точно. И приходится сейчас в первую очередь учиться самим с этим работать, да, учиться работать с этим городом, выстраивать какую-то понятную бизнес-модель. Вот, это в этом плане большой-большой вызов. И плюс так исторически сложилось, ну, к сожалению или к счастью, что все сети, все какие-то крупные компании, они строятся из Москвы. И вот перебравшись туда, открыв локацию там, у нас пошли запросы. То есть мы сейчас открываем клуб в Пскове, у нас на очереди Краснодар и еще несколько городов, которые мы сейчас в процессе поиска помещения. То есть я думаю, в течение там, ближайшего года у нас будет 10, 12, 15 филиалов по всей стране. И, к сожалению, с Благовещенска масштабироваться, ну, чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно. То есть это не говорит о том, что мы как-то забываем про горы, что сюда уезжаем. Мне это вообще понятие очень далеко. То есть я считаю, что сейчас с нынешними авиаперелетами вполне нормально жить на несколько городов, там быть полмесяца тут, месяц там, двигаться туда, созваниваться, все в WhatsApp, все на телефоне. То есть мир становится глобальным. И такого, что, знаете, как уехать как раньше, и там это практически нереально. А где твой дом? Вот эти три города, где твой дом сейчас в настоящий момент? Есть mm-hmm. вообще такое понятие, как дом, да? Mm-hmm. Это Благовещенск? Там, mm-hmm. где семья, или это Москва, там, где основная работа? Не, ну, естественно, Благовещенск мне близок, он в моем сердце и будет там всегда. Вот. Но я в то же время считаю, что дом – это такое больше как вам сказать, про состояние, то есть, ну, как бы про ощущение. Вот. То есть, ну, понятно, что Москва – это как бы определенный вызов, то есть это определенная, ну, ответственность, это определенный следующий этап. Но нужный этап в жизни. То есть, ну, я скажу, если прям вот фактически, то дом, конечно, Благовещенский. Вот.